«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Сегодня в 2 часа дня все любители этого вида спорта примкнули к экранам. Бежали женщины на 500 метров и мужчины на 1000. Все надежды клинчан были, конечно, на нашего земляка Александра Шульгинова. Но спортсмен не смог пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира. Саша занял 4-е место в предварительном забеге, проиграв соперникам больше 7 секунд. Сегодня в 2 часа дня все любители этого вида спорта примкнули к экранам. Бежали женщины на 500 метров и мужчины на 1000. Все надежды клинчан были, конечно, на нашего земляка Александра Шульгинова. Но спортсмен не смог пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира. Саша занял 4-е место в предварительном забеге, проиграв соперникам больше 7 секунд. Попробовал было чуть-чуть ускориться Александр Шульгинов. Немножечко не получилось. И сейчас, к сожалению, отстает. И отстает, похоже, безнадежно Александр Шульгинов. На сегодняшний день Саша болен, у него температура, видимо, ангина, горло болит. Мы переписываемся, знаем его состояние. И вот как-то вот на этих вот играх нам немножечко вот на первых, так сказать, дистанциях, я думаю, нам не повезло. Выступление, неудачи и удачи, в принципе, команда России переживает совместно. Но у нашего клинского шорт-трекиста Александра Шульгинова есть еще один шанс на осуществление олимпийской мечты. 20 февраля спортсмен вновь выйдет на лед, чтобы преодолеть дистанцию на 500 метров. Держим кулачки и болеем за наших.